Они могут вылезти откуда угодно, понимаете? О нет. Что? О нет. Я не понимаю, что происходит? Где я? А это еще кто такой? Эй! Эй! Я здесь! Снимите меня отсюда! Я не понимаю, что я... Леонид? Что происходит? Леонид! Что? Где мы? Что происходит? Знал бы я, что происходит, я бы вам ответил. Кто это? Скажите, вы его знаете? Нам нужно как-то отцепиться от этой дурацкой веревки. Все, готово. Что? Как вы это сделали? Тш-ш-ш. Ладно, хорошо, я молчу. Что вы собираетесь делать? Эй, эй! Тихо. Молчи. Что? Молчи. Спокойно. Что вы наделали? Отцепите меня от этой веревки, срочно! Тихо, тихо, не шуми ты! Цепляй! Что здесь происходит? Как мы тут оказались, Леонид, а? Тише! Что? Я не знаю. Я в такой же ситуации, что и вы. Вы тоже слышите эти разговоры? Прячься! Что? В смысле прятаться? А, не может этого быть. Это еще кто такие? Что ты думаешь об этой работе? Сидеть здесь и следить за этими двумя? Ну, это не самая увлекательная задача, но, по крайней мере, мы в безопасности. После того, что случилось с лагерем, лучше не рисковать. Я просто не понимаю, почему нам нужно следить за ними? Они всего лишь два парня. Что они могут сделать? Не знаю, но у меня странное чувство насчет этой пары. Особенно этого младшего Леня. У него что-то вроде тайны. А вчера, когда мы проверили их лагерь, я чуть не нарвалась на что-то странное. Что-то интересное. О чем они там говорят? Что еще за тайна? И откуда? Они знают твое имя! Объясни мне! Не знаю, Владус, совсем ничего не помню. После того, как услышали этот странный звук. Да, какой-то чемодан, который Леня держал в секрете. Я не смогла его открыть, но что-то в нем точно есть. И что мы с ними теперь делаем? Подождем, пока вернутся парни, которые отправились в лагерь. Посмотрим, что они скажут. Если что-то не так, мы сообщим начальству. Надеюсь, что это все стоит того. Ненавижу этот остров. Ты что, дал им информацию, а? Нет, честно, я даже не представляю, кто они и что они хотят. Сейчас наша задача выбраться отсюда и как можно скорее. А лучше, как можно тише. Правда, наверное, это не те, с кем стоит связываться. Действительно, это ты сказал после того, как выключил охранника. Так, давай, аккуратно поползли отсюда. Просто ползи за мной и... Леонид, я вижу там какой-то сундук сзади них. Они не смотрят в нашу сторону, я могу ползти. Нет, они не смотрят, ползите, бегом. Что? Сундук? Да, он прямо вон там, наверху. Сейчас-ка я попробую до него добраться. Аккуратно, вот здесь. Угу. Проходим. Да, и пока они не видят, мы заберемся вот по этому проходу до сундука. Сейчас главное открыть его очень тихо. Там может быть важная информация. Или то, что поможет нам свалить с этого острова раз и навсегда. Доверься мне. Ты постой тут и проследи. Я не могу тебе доверять. Это слишком все опасно. Давай я это сделаю. Знаешь, я тебе тоже не могу доверять. Но рано или поздно придется. Почему бы не сейчас? Ладно, иди открывай сундук и бегом. Угу. Я сделаю все в лучшем виде. Бегом, пока они не видят. Карта номер 3. Все, давай, давай, ползем отсюда. Главное, чтобы они нас не заметили. Остров. 3-я серия. Нам нужно спрятаться. Бегом скорее! Нужно найти новое убежище. Разбить новый лагерь. Они скоро заметят, что мы сбежали. Надо поторопиться. Все, все, Леонид, стойте. Стойте, я больше не могу бежать. Давайте остановимся здесь. У нас тут будет лагерь. Желательно где-нибудь под землей. Так нас точно не найдут. Фух, со школы так не бегал. Дайте отдышаться. Да, вы пока отдышитесь. Я, пожалуй, займусь лагерем. Надо только сделать это как можно скорее. Потому что если на нас уже навели след, то, знаете ли... Леонид, вы... Ну, вы хоть безобразие какое. Смотрите на него. Ладно, самое время посмотреть, сколько заряда на моем телефоне.
О, отлично! У меня еще есть зарядка. Сейчас, я включу тогда запись. Ну-ка, секунду. О, все работает! Что ж, привет, друзья мои! Мы все еще на острове, и вот, я хотел сказать, что мы только что откуда-то сбежали! Это была жесть! Нас посадили в какую-то пещеру, и... Я отойду от него подальше, он меня как-то смущает. И вообще, мне кажется, что нас посадили в эту пещеру именно из-за него. Я не знаю, вернемся ли мы живыми домой, но нам нужно сейчас где-то укрыться, потому что такое ощущение, что за нами просто следят отовсюду. И знаете, очень было бы круто вернуться целыми, невредимыми... домой. Продолжать снимать влог. Ведь у меня сейчас сядет зарядка, я не смогу больше новые серии снимать. И не факт, что я их вообще смогу выложить потом хоть как-то. Ведь на этом чертовом острове, конечно же, нет интернета. У меня уже мечта вернуться домой и продолжить свой блог, потому что там было уже почти 10 лямов подписчиков. Еще немного, и я бы достиг той цели. Но эта дурацкая авиакатастрофа все испортила. И теперь я не знаю, абсолютно ничего не знаю. И... Что? Нет, стойте! Подожди. Нет! Что? Тихо, Леонид, нет. Спокойно! Что? Вам кажется, что-то снилось нехорошее. Я решил вас немножко пробудить. Дали им сбежать. А, господин, извините, мы даже не заметили. Ну все, наконец-то мы можем изучить карту. Тут что-то... Лобус, что с тобой? Не думай, что я снова доверюсь кому-то, не зная правды. Говори, что ты знаешь о всей этой ситуации. Быстро! Я же говорил, я ничего не знаю. Ну почему ты так? Что было в чемодане, Леня? Рассказывай! И почему мы здесь? Давай посмотрим карту, в ней должны быть ответы! Повторяю еще раз. Что в чемодане? Ничего важного! Я не знаю, почему мы здесь! Нас похитили! И я точно так же, как и ты, хочу разобраться! Но что, если ты меня обманываешь? Лобус, я не знаю, что творится! Я тут такой же, как и ты! Я не верю в слова! Я не знаю! Лобус, я не могу вспомнить, что было до этого! Я не лгу! Почему ты? Почему ты здесь со мной, а? Мне нужно знать это точно так же, как и тебе. Я тоже в опасности. Но мы будем держаться вместе. Без союзников на этом острове не выжить. Согласен. Будем держаться вместе. И ты думаешь, на этой карте правда будут ответы? Я не знаю. Давай посмотрим. Не зря же она в сундуке лежала у них. Ладно, давай, разворачивай скорее. Сейчас. Опа. Вот так. А ну-ка. Ну что, видно что-нибудь? Ну, пока что не особо. Стоп. А что это за красное пятно здесь, а? Это лава. А если есть лава, значит, есть вулкан. Что ж... С задачей эти двое не справились. Значит, придется приступать к плану Б. Зачем мы поперлись на вулкан? И почему именно ночью? Ты мне можешь объяснить? Тихо! Ночью нас будет незаметнее всего. Спрячь факел! Так... Да ё-моё, ну ты чё прикалываешься? Ночью на вулкан! Эта идея безумна! Я никогда не замечал здесь вулкана. Ты так говоришь, как будто ты здесь уже 100 лет живёшь. Нет. Пойдём. Я всё время думаю о своих подписчиках. Они же вообще не знают, что со мной происходит. Это не твоя вина, Владус. Мы с тобой в этой ситуации вместе. Но мой канал, я им обязан контентом, роликами веселыми. Каждый день их радовать, чтобы они и лайки ставили, и подписывались они всегда так активно. Не переживай, мы скоро выберемся отсюда. Я тебе обещаю.
И ты запишешь новое видео. Угу, выберемся. Ого, смотри, это реально вулкан. Возможно, в этом вулкане мы найдем то, что поможет нам вернуться домой. Что? Что? Что такое? Ты меня напугал. Смотри! Не может этого быть. А сейчас подпишись на канал, чтобы не пропустить следующую, 4-ю серию «Острова». А если вы не смотрели предыдущие серии, то они у вас на экране. Кликайте.